Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, до Пасхи остается совсем мало времени, и нужно навести порядок в доме. Нужно помыть окна. Здесь, тут, везде. Сколько есть окон, все надо помыть. Убрать паутинки, пыль, что где есть, какой есть мусор. Все везде надо почистить. Начинаем вот с этой комнаты. Одеваю кофту. Потому что буду мыть за окном. Все. И вперед. Сначала буду мыть с той стороны, за окном. Все, кофту сняла, потому что жарко будет. Так, теперь сюда я складываю рассаду. Куда деваться? Половину я вынесла уже в теплицу. Так. Так, тут я уже все помыла. У меня не включилась, оказывается, камера. Вот этот угол остался. Все, те углы я прошла. Я уж не снимала, время занимает много. Все остается там, на той стороне. Ой, как бы не сломать диван. В конце, как обычно, паутинка бывает по углам. Все. Все, осталось только полы помыть. Теперь мне вот эту подставку надо ближе поставить к окну. Так. Так, ставлю сюда, ближе к свету. Тут ничего нету такой путной, но все равно надо, все красиво. Все поставим сюда. Так, ближе к свету. Чтобы я могла ходить.
Так, где-то. Тут я протерла. Они уже долго без света стояли. Так. Ну, пускай тут постоит. А тут я все помою. Так, это у меня полив. Это у меня удобрение. Луковая шелуха. Пускай тут стоит. Все, мою полы. Тут еще вот этот цветок. Как ее сам сиденье. Давай, посмотри здесь. И все, друзья, мой полы. Солнце светит. Сетку москитную сняла, потому что этот вчера большую рассаду через окошко туда в теплицу выставили. Одеваться не буду, жарко. Вот посмотрите, вон сколько снега там, а тут все растаяло уже. Эти штуки у меня сломались, держатели. Я буду думать и придумаю. Так, вот тут тоже продырявилось. Ну ладно. Чистота. Так, эту воду отнесу. Только я поменяла, поэтому он чистый. Вот там трубы можно пройтись, и тут угол. Тут чисто. Осталось здесь углы. Ну-ка. И вот тут вот угол. Ну, в этой паутинки нету. Не успела. Не успела паутинка собраться. Все, осталось тут пропылесосить. Так тут протру. И все. Тут протерла, все протерла, все вокруг протерла. Все здесь убрала. Остается здесь. Это другой день. Будем мыть потолки, окна. Пасхи остается мало дней.
закончила. Убралась я на первом этаже все, две комнаты. Там коридор убрала, на крыльце, душевую комнату. Кое-где еще кое-что убрала. И хотела сказать, что вот помощница у меня вот такая есть. Стремянка. Я стремянку не рекламирую, а хочу лишь сказать вам, что это очень хорошая помощница. С ней вообще никакая работа не страшна. Как вы заметили, я взяла ее как обезьяна, несмотря на это. Поэтому это очень удобная вещь. Очень, очень. Хоть там, хоть сяк. Я уже, вот, как заметили, тык-тык, все нормально. И, друзья, еще что хотела сказать. Я за окно вылазила, мыла окна. Я живу на первом этаже, но вы, пожалуйста, не повторяйте это. Мало ли чего, не дай бог. Поэтому все, если видео было интересное, замотивировало вас я на уборку, то ставьте мне лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Будем еще убираться.